Поликлиника номер 4, что в Засвиярском районе города, обслуживает порядка 130 тысяч пациентов. Район территориально большой, и многие посетители, чтобы добраться до больницы, вместо общественного транспорта предпочитают свой автомобиль. Но вот оставлять машину у больницы было негде. Парковаться приходилось на пешеходных дорожках у учреждения. В этом году на заднем дворе обустроили парковку на 60 мест. Губернатор поддержал нашу инициативу, дал указание делать здесь парковку. Потому что парковки не было фактически, здесь были деревья. Машину пока ставят на той территории, которая будет пешеходной зоной. И мы поставим там эти полусферы, чтобы машины туда уже просто не проезжали. Возможность будет подъехать к входу, высадить тяжелобольного пациента, если такие есть, и отъехать снова на стоянку, на парковку. Но несмотря на новую парковку, некоторые люди по старой памяти оставляют машины в пешеходной зоне у главного входа в поликлинику. В скором времени планируется переградить данный проезд и сделать прилегающую зону более комфортной и безопасной. Местные жители уже оценили новую парковку. До сегодняшнего времени мы не могли воспользоваться этим случаем. Почему? Потому что здесь были заросшие кустарники, деревья, машину негде было припарковать. А теперь, благодаря данной парковке, мы спокойно подъезжаем, ставим машины, уходим на прием к своим врачам. В скором времени парковку планируют благоустроить. На ней появится разметка, необходимые знаки, сделают качественное асфальтное покрытие до парковки. Кроме всего прочего, в больнице продолжается капитальный ремонт помещений на первом и втором этажах по программе модернизации первичного звена национального проекта здравоохранения. Также будет закуплено новое оборудование для эндоскопии, маммограф и аппарат УЗИ. Кирилл Савосин, Герман Баранов, УПРАВДА ТВ.